Новые дороги, детские площадки и уличное освещение. Глава Тулы Юрий Цкипурий и сити-менеджер города Евгений Авилов встретились с жителями поселка Прилепы, который расположен на территории муниципального образования Ильинское. В ходе обсуждения наибольшее число вопросов касалось благоустройства. Уже на въезде в поселок Прилепы заметно, что самый острый вопрос, который еще недавно волновал жителей района, решен. Автомобили проезжают по отремонтированному участку дорожного полотна. Только в этом году заасфальтированы три улицы в поселке Ильинка. В деревнях Тихвинка, Барыково, Крутое дороги осыпали щебнем. Разумеется, это помогло решить еще один вопрос – транспортное сообщение с Тулой. Асфальт положили здесь по улицам, то есть уже приятно ездить, как говорится. Не то, что было раньше, как говорится, после войны дороги были. Говорили, долгое время решали вопрос с транспортом сюда. Вот, да. 62-й ходит, сейчас вот 68-й этаж опять вернулся на маршрут. Жители волнуют вопросы водоснабжения, благоустройства дворовых территорий, обустройства детских площадок и освещения в местах общего пользования. Большую часть проблем удается решить во время общения с городскими властями. Юрий Цкипурий регулярно встречается с жителями. Приезжал к нам с визитом в поселок Ильинка. Очень понравился, общительный человек. Обратиться к нему можно с любым вопросом, поможет. Установка мусорных контейнеров и контроль за вывозом бытовых отходов, опиловка, кронирование деревьев и оснащение придомовых территорий детскими площадками. Глава Тулы Юрий Цкипурий подчеркнул, абсолютно все работы ведутся при непосредственном участии жителей. Основные проблемы практически уже решены. Они или сделаны, или же в планах на ближайшее время. Причем жители уже поверили в то, что если мы что-то говорим, то делается это в те сроки, которые намечены. И самое главное, что сейчас активность жителей, она очень значительно увеличилась, потому что жители поверили в то, что обещаний пустых нет. Требующими решения в первую очередь остаются вопросы водоснабжения и водоотведения. По результатам обращений Евгений Авилов поручил провести встречи со старостами поселений Ленинского района и довести до сведений жителей, какие работы будут проводиться в рамках муниципальной программы по доведению сетей до нормативных требований. Илья Логинов, Андрей Ремезов.